меня волнует не только чувство. Мне кажется, что наша Дума, и не только Дума, не точно выбирает повестку дня. Уже, что называется, нефть стоит так мало, что нам вот-вот будет совсем кисло. Уже тенденции мировые работают против нас, а мы заботимся о чувствах. По моим представлениям, то, что написано в Уголовном кодексе, то, что написано в Административном кодексе, вполне достаточно для того, чтобы бороться с хулиганами, с бандитами, с кем угодно. Только бороться надо, нужно, чтобы то, что уже написано, выполнялось. Сочинять новые законы, знаете, есть такая мрачная шутка, не очень хорошей семье, грязные детишки, папа с мамой думают, этих отмыть или новых народить. Вот Дума все время нараживает новых и новых детей, лучше бы старых отмыть.